Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, как установить мобильное приложение Trust Wallet к себе на телефон. Trust Wallet – это мультивалютный криптокошелек от компании Binance. Это достаточно известная биржа, она номер один сейчас по объемам торгов. И приложение Trust Wallet, оно есть как для Google Android, так и для Apple iOS. У меня телефон на Android, поэтому я покажу вам, как установить Trust Wallet на Android. Думаю, что на iOS все то же самое. Разница только в операционных системах. На Android мы заходим в Google Play и в строке поиска вводим Trust Wallet. Вот, мы видим уже такой синенький кружочек, да, со щитом белым внутри. Это и есть наше приложение. Нажимаем. Здесь можно почитать про само приложение. Оно переведено на русский язык, что очень удобно. Нажимаем «Установить». Ждем установки. Все, приложение установилось. Нажимаем «Открыть». Итак, мы видим экран входа в кошелек. Да? Здесь у нас есть два варианта. Либо мы импортируем, либо мы нажимаем на фразу «У меня уже есть кошелек», и там мы сможем с помощью фразы из 12 слов его восстановить. Либо мы нажимаем «Создать новый кошелек». Так как кошелька у нас еще нету, мы нажимаем «Создать новый кошелек». Здесь нам дается важное предупреждение, что на следующем шаге мы увидим 12 слов, которые позволяют восстановить кошелек. Это действительно так. То есть я вам рекомендую вот следующие 12 слов, которые будут на следующем экране, обязательно записать на бумажку или куда-то положить в секретное там место, да, где никто их не найдет. Потому что с помощью этих 12 фраз вы всегда сможете восстановить ваши средства. Допустим, вы потеряли, например, свой телефон, да? Вы купили новый телефон, вы также сможете установить приложение Trust Wallet, и вы сможете эти 12 слов импортировать в кошелек уже на другом устройстве, и ваши средства будут восстановлены. Здесь нам надо нажать галочку. Я понимаю, что если я потеряю свою секретную фразу, я потеряю доступ к своему кошельку. Сейчас я нажму «Продолжить», но на следующем экране вы ничего не увидите. Будет черный экран, потому что приложение Trust Wallet настолько идеально, что даже моя программа по записи видео не позволяет показать вам эти слова. То есть они там будут на темном экране, я их буду видеть, вы их просто не увидите. Но поверьте, они есть. Нажимаю «Продолжить». Вот здесь я сейчас вижу 12 слов. Я их обязательно сейчас запишу себе на бумажку и сохраню ее где-то в секретном месте. Записываю. Так, слова я записал. Сейчас я нажимаю, здесь есть тоже кнопочка «Продолжить». Здесь вы опять видите черный экран. Здесь приложение заставляет меня проверить, правильно ли я записал свою секретную фразу. И просит меня ввести те же 12 слов в том же порядке, в котором они были на предыдущей странице. Так как я слова записал, мне ввести их будет легко. Я их сейчас введу. Итак, я ввел 12 слов в том порядке, в котором они были на предыдущей странице. Система проверила, что я их правильно записал. Нажимаю «Готово». Вот теперь вы видите экран кошелька. Кошелек создан. Нажимаем «Готово». Система нам создала три кошелька. Ethereum кошелек, Bitcoin кошелек и Binance. Нас интересует Ethereum кошелек, поскольку платформа CryptoHands принимает именно Ethereum. И нам сейчас нужно необходимо понять, да, какой у нас Ethereum адрес. Для того, чтобы понять, что у нас за адрес, заходим в Ethereum. И здесь мы можем нажать кнопку «Получить». Вот, мы видим QR-код, а внизу его адрес кошелька. То есть мой кошелек 0xb489 и так далее. Здесь вы его можете скопировать и в буфер обмена поместить. Итак, у нас теперь есть номер кошелька. Соответственно, мы можем на этот номер кошелька пополнить баланс, да, его. И после того, как мы пополним баланс, если вы покупаете первый уровень, я вам рекомендую пополнить баланс как минимум на 0.055. Несмотря на то, что стоимость первого уровня стоит 0.05 эфира, но в момент, когда вы делаете транзакцию, сеть эфира берет небольшую комиссию, поэтому пополняйте кошелек на 0.055 эфира, ну или более. После того, как вы пополнили кошелек, вы сможете внизу нажать на DApps, что удобно. То есть в рамках кошелька
Trust Wallet, вы сможете прямо взаимодействовать с платформой CryptoHands напрямую. Я нажимаю DApps внизу. И теперь вверху в адресной строке я могу ввести адрес сайта. Вот я зашел на сайт CryptoHands. И теперь здесь прямо с помощью Trust Wallet я могу напрямую взаимодействовать с сайтом. Я могу нажимать сюда. Ввести сюда могу Ethereum или ID моего оплайна и работать напрямую с CryptoHands через Trust Wallet, что очень удобно. Кошелек Trust Wallet замечательный кошелек, вам всем его рекомендую. Напомню, обязательно сохраните 12 фраз. С помощью их вы всегда сможете восстановить свои средства даже на другом устройстве. Я хотел бы вот вам показать, что я смог пополнить кошелек. Как я это сделал, это все было через платформу bestchange.ru. Есть на канале отдельное видео. Ссылочку на него оставлю в описании. Вот мы видим, что у меня Ethereum кошелек пополнил на 0.072 эфира. Вот можем зайти. Соответственно, у меня сейчас есть 0.072 эфира. Я могу уже принять участие в CryptoHands. Об этом тоже есть дополнительное видео на канале. Как принять участие в CryptoHands при помощи кошелька Trust Wallet. Не бойтесь, покупайте эфиры, пользуйтесь платформой. Всем пока!